Привет, привет! Сегодня мы на канале Саша и Алисы. А сегодня мы приехали на нашу дачу. И мы будем кататься на льду. Арина, идем на льду кататься! А еще вон там маслинцы сейчас будут жечь. Чучело маслинцы. Привет! Рыбки подо льдом плавают? Алис. Не вижу ни одной рыбки. Пошли, Алис. Коньков у нас нет. Тут. На какую горку? Вон, сделали. Где горка? Сделали. А на чем вы будете скатываться? Мы с собой ничего не взяли. На попе. На попе не надо ее сломать, эту горку. Там надо на ватрушках скатываться. Пожалуйста. Ну, мы... О, Дюх, ничего себе. А на животе? Нет. О, давайте на спине. Нет. Сейчас дырку протрешь. Ой, опять поехали. А мы без ватрушки. Как же так, мы не догадались. Принесли масленицу, сейчас, наверное, будут жечь. О, давайте туда тоже сходим. Давайте только пошли. Тут нельзя, то вдруг смотри, там где-то Алис. Дырка под лед провалимся. Но здесь же есть дом. Лед. Ух, бывает. Арина, осторожно. Там скользко. За две руки будем кататься. Ну, сейчас я камеру уберу. Будем за две. А теперь команды в центр! Объявить вы рады! То, за что вы так боролись, ваши результаты! Итак, второе место! И первое место награждаем победителей команды «Зима». Все получают по подаркам. У нас даже проигравшие получают призы. Итак, ребятки, вы можете идти в команду зрителей. Зрители, давайте сомкнемся. Соревнования ближе подходят.
принесла с собой цветов, бабочек, жуков, певчих птичек, а также хлопоты огородные. А еще привела самый сытный праздник русский – Масленицу. Душа ты моя масленица, косаточка ты моя перепелочка, выезжала честная масленица, на широк двор вывели град, на 77 санях козырных душой потешится, умом повеселиться, печью насладиться. Прощайте, люди, и простите, на зиму славы не держите. Желаю вам добра и света, и лишь тепла весной и летом. Так не гоже уходить, надо людям подарить на прощание подарки, чтоб всем было вкусно и сладко. О, гармонист веселый, подыграй-ка! А давайте поближе вот сюда вот выйдем. Народ, зажжем, глядишь, и они к нам подтянутся. Начинаем, ведь частушки просим не смеяться. Тут народу очень много, можем растеряться. Его нет и Галин. Давайте. Куда пошли-то? Стойте, куда? Можно петь, да? Выходи, я с гармошкой. Эх, забыла, блядь. Селевите с тыкрошкой. Выходи, я с гармошкой. Эх, забыла, заел. Машинку заела. Молодец, да, приз, девочки, молодец. Давай тоже пой. А гармошка? Молодец, все, приз точно, засмелась. Можешь петь, будешь петь? Ну, в общем, игрок «Играй гармошка» знает как. Аплодисменты, еще приз. Есть еще желающие спеть частушки? Пойдем, Марьяша. Громко сейчас, да, Марьяш? На пыточки вышивала букву А с короночкой. Вышивала, то и думала, а там миллионочка. Приз, Марьяша! Молодец. Даша, пойдем, споешь свою. А, Марьяша? Кто сейчас поет частушки? Зареты. Давайте поаплодируем смелым девчонкам. А у нас след, девчонки, идите на место, да. Молодцы, все получили. А мы продолжаем наш праздник. Я могу шучок купить.